Всем привет. Всем привет. Суббота. И мы сегодня будем убирать. У нас сегодня суббота, значит, субботник. Хотим поубирать территорию. Я уже начал. Помыл плафон с лампы. Хотел подключить какой-то выключатель, потому что у нас горит она постоянно. Не выключается, нету такого какого-то выключателя, чтобы отключать. Хотел поставить Wi-Fi модуль. Я сделаю обзор. В конце видео сделаю обзор на этот Wi-Fi модуль. То есть суть его тому, что можно задать ему таймер включения-выключения. Ну и удаленно там управлять ним. То есть на расстоянии, хоть с любой точки мира, можно управлять электричеством в вашем доме. Если есть питание и есть Wi-Fi. Так что очень прикольная штука. Покажу обзор, и очень такая цена классная. Тоже расскажу о ней. Ну ничего, сегодня хотим двери помыть, окна помыть, убирать территорию. Там травку надо пощипать. Вот там вон травку пощипать нужно. Тут порог помыть, почистить внутренности. То есть работы на самом деле так довольно многовато будет. Что после того, как мы переехали сюда, еще ничего не делали. Пока вещи расставили, пока то, пока то. Так что надо привезти присадебный участок, ворота помыть, паутину пособирать, ролеты помыть. В общем, на сегодня работы нам хватит поработать. Ну а после обед планируем сходить. У нас здесь есть лошади, детские такие маленькие пони там. Хотим сходить с детками туда, узнать, что там, что почем. И, ну, возможно, покатаются дети. Там у нас еще ресторан есть, хотим посмотреть, что за ресторан там есть. Есть там вроде бы теннис большой есть, хотим ребенка записать. То есть программа сегодня такая обширная у нас. Так что не пропустите видео в конце. Досмотрите, вернее, видео это до конца. Я в конце расскажу про этот Wi-Fi модуль, при помощи которого можно с любой точки мира управлять любой электроникой, будь то котел, обогреватель, то есть использовать можно в любых целях. Ну и покажу, что там у нас есть, какие лошади, какие рестораны. Так что, как говорит Малахов, не переключайтесь. Кстати, у нас сегодня очень так прохладно. Я даже свитер одел. Ну ничего, за работой довольно-таки жарковато становится, когда моешь. А мы собрались идти в лес погулять. А оно, как бы так помягче сказать. В общем, погода очень ужасная. Но, может, повезет. И тучки ветром продует, и дождя не будет. Так что очень на это надеемся. Ну что, смотрите. Можно включать, выключать. Подключается очень просто. Есть выход, вход. То есть с одной стороны 220, с другой стороны выход на переноску. Но в моем случае просто сделано в виде переносочки. Я сделал такую Wi-Fi переноску себе. Подключили. Есть сверху крышечки, которые поставили.
закрутили болтиками, соответственно. Скачали приложение V-Link, вот ссылочка, текст на него такой, так он называется. Все, включаем розетку, подключаем его, включаем наше приложение, скачанное, называется EverLink. Теперь жмем 5 секунд, держим. Инструкция всегда есть в описании к устройству. Коннектимся. Оно довольно быстро коннектится. После этого вам нужно ввести логин и пароль от Wi-Fi. Там есть тоже вся инструкция. Вводим, коннектимся. Обзываем как-то свое устройство. Ну и все, собственно, готово. Устройство готово к работе. Нажали, оно включилось. Нажали, выключилось. Это можно делать с любой точки планеты. Очень круто, очень удобно. Классная штука. Классно, есть календарь. Вы можете выставить день недели, хоть каждый день включать, хоть раз в неделю, выключать, включать. То есть очень классный, крутой таймер. Вот такая классная штука. Покупайте, пользуйтесь. Ну, в общем, день закончился. У нас дожди. Пошел сезон дождей. Начался. Пошел. Начался сезон дождей. Хочется вечер закончить на одной такой, на одном интересном факте. Что касается поляков, что мне в них очень нравится, так это доброжелательность. И они даже вас в лифте, там, где угодно, всегда приветствуют. То есть это очень прикольно, очень здорово. Знаете, мне это просто напоминает, как в большом колхозе. Когда друг друга люди приветствуют, здороваются с тобой и проявляют какое-то уважение. Вот это вот очень классная черта, которая мне нравится у поляков. Ну и напоследок, для меня это крайне будет важно, если вы будете писать в комментариях, ставить лайки, комментировать видео. И понимаете, для меня это будет неким таким показателем, что я делаю что-то нужное. И делаю то, что, ну, вам нравится, действительно нравится. Не просто вы смотрите, а это действительно вам нравится. Возможно, что-то вам не нравится, тоже напишите в комментариях. Если что-то нравится, пишите, комментируйте обязательно все мои видео. Берите, комментируйте. Ну, в общем, для меня это будет очень, очень важно и очень показательно. Потому что, ну, мне хочется не только для себя оставить это в памяти, а также, возможно, помочь чем-то вам, показать то, что вы хотели бы увидеть, или рассказать о том, что хотели бы вы услышать, а именно о жизни Польши. Так что до следующего выпуска, друзья, я не прощаюсь. Ставьте лайк, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Подписывайтесь на канал и до встречи. Thank you.